Ну что, всем привет, это снова я, Иринка, Олеся, Узбекистан, привет. Ой. О. Все, Леночке семейный подарок тоже привет. Дорогая моя Леночка, не обижайся. Ты вообще со мной не разговариваешь. Я тебе звоню, а ты трубку не берешь. Хоть бы написала, почему. Привет тебе. Тут, представляете, какая радостная новость. Я аж прямо в шоке. Ютуб. Такой у меня есть на канале друг. Чего ты оскорбляешь мужиков? Слушай, Ютуб, оскорбляешь. Я что сказала, что это тебе? Тебя касается? Ну, а так-то это правда. Есть такие мужики, которые не 23 февраля праздник, а 8 марта. И со мной все согласятся. Есть такие, да, мужики. Сегодня мы пьем кофе. Только штучкой, не получкой. Тут, короче, повидло абрикосовое. Кто смотрел мою прогулку в магазин, видел, почем это печенье. Ну, печенье, я скажу так себе. Но попить кофе можно. Ты меня прямо Ютуб обрадовал. Говорит, зачем оскорбляешь меня? Ну, значит, ты принял за себя. Ну, так же выглядит. Ну, что такое? Симпопычное. Печеньком. Ой, еще радостная новость. Мелкозавра привезут. Ой, у меня же еще киндер есть. Черноморочка, конфеточки. Сейчас похаваем. Люблю я макароны. Хотя... Ой, не чавкай. Угу. Ну, с чем я завтра пойду за творогом. Угу. Припахаю ее и пойду. А, что еще хотела сказать? Зухра, давай не болей. Лечись хорошо. Пей чай с лимоном, с медом. Болеть невыгодно, да, я знаю. Какой красивый печенюшка. Кто бы еще посуду помыл? Знаете, какое повидло? Оно как это...
как вытекает. Химозная, видать. А чем бы ты оскорбляешь мужиков? Поясните, каких? А Ольга-то Гусева, видать, все. Хавальник свой заткнула, молчит. Угу. Ой, еще одна. Должна мелко оставить. Очень вкусно. У тебя все вкусно, да. Но вот это желе, оно химозное. Вот так вам скажу. Ну, кофе попить можно. Ну вот как-то так, ничего иначе. А, четыре штуки я оставлю. Конфету. Была конфету или конфета, не знаю даже. Смотрите, какие у меня. Ой, это что-то побежало. Понюхайте. Бантики. Ладно, я так чуть-чуть угорнуть. Чё вы? Что-то я уже объелась. Шторка моя белая на кухне. Надо еще кошек покормить, да. Сначала я пожару, потом кошки пожрут. Вот так вот. Вот. Люблю я макароны. Хотя, никто их не любит. Ой. Вот. Хотела показать ту рыбу, из которой мы заготовим пирог. Блин, это надо идти в кладовку. Ладно, в следующий раз покажу. Далеко идти. Ну, как понимаете, мне ж трудно ходить. Ну, я ж толстая.
Трудно мне ходить, да. Ну, в магазины летаю 5 минут туда, 5 минут обратно. До кладовки далеко идти. Вот так вот. Ладно, дамы и господа. Всем пока. Не забываем ставить пальчик. Пальчик вверх. И подписываться на канал. И писать свои добрейшие комментарии. Маньку на улице выгоняют. Уйди-ка ты, Манька, отсюда. Ладно, короче, всем пока-пока.